Приветствую вас, здравомыслящие и адекватные люди. Я только что с Фейсбука отслеживала, как в моих любимых группах те, кто еще несколько дней назад выкладывал посты о том, как развивать осознанность, как соблюдать баланс энергий, как проявлять любовь, как творить свою реальность, вдруг ни с того ни с сего начали на русскоязычных выкрикивать всевозможные оскорбления, проявлять агрессию, выкладывать какие-то непотребные видео. Народ, вы что, с ума сошли? Вам больше нечем заняться? Либо то, что вы делали ранее, это было какой-то маской, а то, что вы делаете сейчас, это ваше истинное лицо? Вы же все кричали: русские, украинцы, братья, сестры. Теперь вы считаете, мы вам не братья и не сестры? А вы кто тогда?